В понедельник, 18 февраля, в Театре Моссовета пройдет скандальный благотворительный спектакль «Девочки из календаря», посмотрев который, вы не только обхохочетесь и одновременно обольетесь слезами, но и поможете вылечить сотни малышей от рака. Это не просто анонс или клубничка из мира светской хроники. Галина Петрова, Анна Каменкова, Марина Дюжева, Татьяна Рудина, Александра Назарова, Любовь Матюшина и Анна Якунина – удивительные женщины, которые, будучи известными, не испугались скабрезных смешков в зале. Эпатаж, провокация – да, но не просто так. А во имя добра. У вас есть какие-то откровенные сцены в спектакле? Да, да. Вы их не боитесь? Боюсь. Каждый раз тоже? Каждый раз. И ни разу мне еще не привыкли? Вот не было такого, что, ну, кажется, я с этим уже свыклась? Да? Нет. Что сейчас вот стали вот именно раздеваться для календарей? Да раздевайтесь, но если вы делаете это красиво, если вы делаете это мило, обаятельно, ради бога, у меня нет никакого протеста, раздевайтесь сколько хотите. Пьеса основана на реальной истории самопожертвования, случившейся в английской глубинке в 1998 году. 6 добропорядочных немолодых кумушек выпустили календарь собственной обнаженкой, чтобы помочь местной онкобольнице, в которой умер муж одной из них, купить приличный диван. Понимая, что на выручку от продажи традиционных календарей врачи могут сделать только обрезание хомячку, отчаянные леди решились на рискованный скандальный шаг. И не прогадали. Фильм «Девочки из календаря» собрал больше 20 миллионов долларов только в прокате Великобритании. Общественность клокотала, разделившись на два лагеря, а собранных денег хватило на новую онкологическую клинику. «Девочки из календаря» так прозвали храбрых англичанок, победили. По их стопам пошли и наши российские актрисы. До новой клиники им пока далеко, но есть и календари, благотворительные отчисления со спектаклей и реальные больные дети, которых удалось спасти. И еще больше тех, кто только ждет помощи.